Совсем скоро в Москве пройдет третий международный конкурс Grand Piano Competition. Я очень рада, что мне посчастливилось участвовать в этом грандиозном событии в 2018 году. В моей жизни этот конкурс сыграл очень важную роль. Что изменилось в моей жизни после конкурса Grand Piano? Абсолютно все. Сама концертная жизнь наступила именно после этого конкурса. После этого конкурса у меня появилась возможность выступить в залах, о которых я мечтала, работать с наилучшими коллективами и потрясающими дирижерами. Мне удалось объехать практически полмира. Я побывал во многих городах Европы, во многих городах России, играл в Африке, в Японии, в Китае и даже на Северном полюсе. Атмосфера на конкурсе была очень теплая, доброжелательной. На конкурсе царит совершенно потрясающая атмосфера. Я по-настоящему чувствовала себя частью одной большой команды, дружной семьи. Я хочу пожелать всем участникам конкурса верить в себя, в свои силы и любить музыку. Я желаю всем ребятам огромных успехов и наслаждения от участия.